Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить почеревок, вот такой вот сало, в луковой шелухе. Сало выглядит вот так. Это такая нижняя часть, можно сказать, животик, слоеная с мясом. Я кусочек этот помыла. Луковой шелухи, ну вот так вот, две горсти. И чеснок нужен будет. Ну, я такой взяла молодой, вот обрезала его, разрезала вот здесь вот. Душистый перчик и где-то чайная ложка перца черного горошка. Ну, для начала я луковую шелуху помою и проварю немножко, несколько минут, чтобы она дала цвет, а потом буду закладывать сало. Вот вода у меня закипела, я выкладываю сюда луковую шелуху. Я еще не сказала, что сало это варится в очень соленой воде. Я кладу, ну, несколько ложек там, 3-4 ложки столовой соли. И потом пробую, но вода должна быть очень соленая. Сало получится нормальное на вкус, не пересоленное. Как говорят, возьмет сколько нужно соли. Ну вот. Теперь провариваем луковую шелуху несколько минут. Вот вода уже приобрела вот такой вот цвет, вы видите, коричневатый, уже пахнет так. Луком приятно. Я сюда добавляю специи. И добавляю сюда соль. Ну и вот так вот я положу 3 столовые ложки соли. Воды я беру произвольно. Ну, на данный кусочек сала там около килограмма. Ну, где-то 1,5 литра воды. Чтобы вода покрывала сало. Все, соль добавила, специи перемешиваю и кладу сюда сало. Кусочек вот так вот. Так, что-то мне оно не совсем видно, водички хватило. Сейчас я добавлю воды немножко. Вот такой вот у меня получился бульончик. Ну, теперь ставим большой газ. Это сало будет вариться час-час 30 минут. Вот вода закипела, сало варится. Еще я добавлю несколько листиков лаврового листа. И на медленный огонь ставлю на час-час 20, потому что 1,5 часа, это если большой кусочек, у меня до килограмма, здесь килограмма нет, можно его проварить 1,20 часа, не более, ну, больше не надо, я так думаю. Ну вот, все, теперь я делаю слабый огонь и отправляю на 1,20 часа вариться. В процессе готовки сала я его периодически переворачивала, вот оно приобрело такой красивый цвет. Просто как будто копченое. Очень красиво. Пахнет вкусно. Пахнет лавровый листик, перчик пахнет. Ну, еще должно провариться, по моим подсчетам, 30 минут. Ну, ждем. Прошло время, 1,20 часа, как я говорила. Сало уже, думаю, готово. Но для убедительности я проколю его ножом. Отлично прокалывается, и шкурка очень мягкая, как я говорила, я его переворачивала несколько раз, такой красивый цвет имеет почеревок. Теперь я выключаю газ и оставляю остывать в этом рассоле. Ну, это будет где-то до вечера, несколько часов займет, потому что тогда сало еще больше напитается этими вкусными специями, и тогда я его разрежу, будем пробовать. Ну вот, содержимое кастрюли, раствор или бульон, так сказать, практически остыл. Можно доставать почеревок. Вот такой он красивого, аппетитного вида. Убираем шелуху луковую. Вот здесь еще косточка оказалась. Вот такая красота у меня получилась. Покажу еще вот таким вот образом. Очень вкусно пахнет. Но еще все равно как бы не совсем остыло.
это сало, скажем так. Хорошо его остудить в холодильнике до застывания. Ну, я попробую сейчас нарезать и показать, как это выглядит в разрезе. Пахнет очень вкусно. Ну, вот такое у меня получилось сало. Вы знаете, очень аппетитное. Я так близко вам покажу, чтобы вы увидели в разрезе эти кусочки. Вот и мясо, и сало, оно очень вкусное. И сало нежирное получается. Таким способом можно приготовить не только почеревок, но и щеки свиные, грудинку свиную. Вот бывает такая грудинка тоже очень такая полосатая с мясом, такие мясные прослойки. Очень вкусно. Запах стоит на всю кухню. Буду кушать, не терпится. Приятного всем аппетита. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите, оставляйте комментарии. Будем всегда рады вас слышать. Пока-пока.